Всем привет! Сегодня я на рыбалке. Приехал на Старицу Припяти. Как, это Старица, но она не заходная. Только по сильно большой воде сюда рыба заходит с Припяти. Но этого уже не было несколько лет. Рыба тут, тем не менее, есть. Есть окунь, есть щука. Ловил я здесь на открытие лодочного сезона на кружке, но там мы так ничего не словили, грубо говоря. Знаю, что есть здесь окунь такой нормальный. Взял микруху, но сильный ветер. Я взял еще и нормальную взрослую палку. Не знаю, на что получится, но то и будем ловить. Как бы рассчитывал на микруху половить. А может и переключимся на воблера, если не будет давать ветер ловить. Ну все, я надеюсь, что мы рыбу словим и будет рыбалка интересная. Вперед! Ого, ого, сразу сдувает нас, сина-сина. Сейчас вот ехал по радио, говорили до 20 метров в секунду ветер. Так, поставил маленький поводочек. Ну, сейчас начнем по периметру облавливать. Посмотрим. Ох, не ловил я на эту снасть очень давно. Опа, прицепился. Так, на первом забросе, хорошо ли это? Прицепился шнур. Потрес так чуть-чуть на дне, и он взялся. Шнурок совсем мелкий. Не зря я поводочек поставил, совсем маленький. Не знаю, к добру ли это или нет. Как-то прижал. Ну, вот такая щука. На ларвочку. Но я не почувствовал ни удара, ничего. Дно очень мягкое. Практически не чувствуется. Опа, есть что-то, что-то есть. Неплохая рыбка. Как-то на выматывание взяла. Ну, на паузе. Неплохая рыбка. Я думаю, что это щучка. Скорее всего. Ой, как классно она сопротивляется на эту удочку. Супер. У меня есть подсак, если что. О, 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 о. О, 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 о. О, о, о. Дает, дает, дает. Дает. Класс, 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 класс. Ну, покажись, кто ты? Кто ты? О, о, щука, щука. Хорошенькая щука, хорошенькая. По-любому надо под сак доставать. По-любому надо. 0,3 шнурочек, твистерок. Блин, нормальная щука. Нормальная щука. Где-то в пол воды взяла. Иди сюда. Сюда. Как для микрухи, так вообще просто килушка стабильная. О, все, не уйдешь уже никуда, только на сковородку.
что? Да. Да, вот это был кайф. Вот это был кайф. Еще так тюк. Хорошо, иди сюда. О. А чтоб не было поводка. Вот такая на микруху. На микруху, вот такая вот. Ну, это ж... Красота, красота. Так. Тихо. Класс. По-моему, класс. Так, ну шо? За первого сбитого. Был тычок. Да, но ветер, конечно, не дает нормально делать проводку. Еще раз туда кинем. Тычочек же был. Немножко не туда, наверное. Доловил. Но тоже что-то неплохое. Но это, наверное, окунь как-то трясет головой. А может и не окунь. Сейчас посмотрим. Блин, класс. А, щучка маленькая. Маленькая щучка. Небольшая. Шнурочек. Ой, отвалилась. Отлично. Есть, догнала. Догнала. Просто на равномерочке. Бляха, что это тут за шнуров, капец. Просто на равномерочке догнала и все. Вот такой опять шнурочек. У меня удилище Изабелла 3, Айка, катушка Стингер и Нова Ультралайт 205, по-моему, ой, 2005, по-моему. Ну, короче, 2000. двухкилограммовую достала мне абсолютно. Здесь она никаких трудностей по вываживанию не доставила. 0,3 шнурок, тонкий такой. У меня сейчас стоит 4. Блин, отстрелил. Отстрелил. 4 грамма у меня стояло. Мало что понимал. Ну вот сейчас поставил 2 грамма, не знаю. Может, вот тут вот по мелководью удастся что-то выманить. Есть. Да, вот на равномерочку взял. Шнуробасина. Шнуры тут, конечно, такие. Ау! Отвалилась. Вот такая вот. Китайская резинка какая-то, по-моему. Не, надо все-таки, наверное, 4 грамма цеплять, потому что 2 и не летит нифига с этим ветром. Вообще ничего не понимаю, что происходит, чисто на ощущениях. Ну тут не должно не глубоко, по-моему. Была поклевка. Вот это, наверное, окуневая. О, что-то прицепилось вообще. Подвисло. О, окушок подвис. Окушок подвис. Где-то тут вот прям. Ну, это мелкий, такого брать не будем. Ну вот первый окунь. Покидал я сейчас немножко всякие разные приманки другие. Ни на что больше не было поклевок.
Опа, была поклевочка. Опять шнур сам. Прям такая звонкая-звонкая поклевка. На падении. Шнурок. Ну, шнурки клюют исправно. Нет. Вот и опять же поставил этого твистера. И начало клевать. Причем вот тут он у меня на джиг-головке стоит. Опа. Что-то подвисло и сошло. Укусило хвост. О, наконец-то я поймал рыбу. Наконец-то. На такой же твистер, только зеленый. Так вроде немножко сопротивляется. О, вот. А, я думал это окунь, блин. Думал окунь, это шнурсон. Реально даже, ну, поклевки некоторые не чувствуешь из-за этого ветра. Мантеляет в разные стороны. Блин, сошла. Вот. Взяла уже. Под лодочкой. О-о-о-о. Сопротивляется хорошо. Ох, это мордатый. Окунечек. Я такие чувствовал, как тычки. Видать, это окуни были. Стоят там, видать, окуни возле этого самого. Возле этого куста. Ну, сейчас посмотрим. Ну, этот хорошенький. О, вот такой красавец. Этого уберем. Тарарарам, тарарам. А вот и не хочет больше клевать. Зеленый. Ой, какой он зеленый, да? Класс. Класс. Опа, что-то прицепилось. Надо... Вот сейчас поменял 4 грамма на 2, и что-то прицепилось. Ну, вот тут более-менее затишно. Ну что, шнур? Ну такой, это чуть-чуть больше, чем предыдущий. О, дает нормально. Не дергайся, я тебя отпущу. Ну, такое ощущение, как будто ветер чуть-чуть меньше стал. И вот сейчас 2 грамма более-менее начинаю отслеживать. Опа, есть что-то. Что-то дало так. Что-то дало и давит теперь. О. Как будто забагрил. Не забагрил. Нормальный шнур очередной. Вот эти последние шнуры такие немножко побольше. Вот этот такой уже грамм 400. Есть. О, кусочек. Щупачок, блин. Мне все хочется этого окуня. Ну вот наша рыбка. Окунь такой, грамм 200. Может, 200 нету. И щучка такая. С килограммчик. Это поедет со мной. Много шнуров. Больше 10, я думаю. Отпустил. Ну вообще, не дал ветер половить. Чтоб он хоть чуть-чуть был потише. Ну, вообще какие-то бессознательные проводки, половина, даже некоторые поклевки, ну, не слышались, просто рыба висла как-то, ну, в общем, такая рыбалка, получилось, как получилось. Так, немножко продрох, сейчас я по-быстренькому соберусь и поеду домой. Ну,
То, что хотел, то и получил, просто не в очень комфортных условиях. Хотел половить на микруху и половил на микруху, даже наловил как бы рыбки. Просто немножко не то, что хотел. Ну как, я знал, что тут будет перемешку ловиться, щука и окунь. Просто думал, что окуней побольше будет. Как бы ловил то, что ловилось. Ну и, в принципе, кайфанул. Щука это море удовольствия доставила. Все-таки на легкую снасть тащить килограммовую щуку это кайф. Все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде. Ух. А буду собираться. Дрррр.